Как перестать стесняться собственного тела? Меня зовут Евгения Лепчинская, я психолог-сексолог. Тело женщины меняется в течение жизни. Наше развитие, беременность, болезни, может случиться что угодно. Но наша самооценка, она остается с нами. На нашу самооценку и принятие тела влияет и наше воспитание, и наше социальное окружение, и наш партнер. Но все-таки наша самооценка зависит от нас самих, от нашей ценности. И какое бы у нас ни было тело, оно наше. Многие девушки, которые стесняются своих форм, параметров, каких-то недостатков, как они называют, дефектов, они живут не здесь и не сейчас. Они где-то в другой реальности и представляют себя в другом теле. Важно быть здесь, любить то тело, которое есть у вас. Одно из эффективных упражнений – это быть обнаженной, когда вы одна. Смотреть на себя в зеркало, можно притушить свет, танцевать, включить музыку. Нанесите крем на свое тело с любовью. Говорите комплименты своим частям тела с заботой и любовью. Тем самым вы станете к себе привыкать. Обратите внимание на популярную тему бодипозитив. Бодипозитив – это не только принятие себя, всегда и во всем. Это позитивное отношение к своему телу и организму. А значит, мы заботимся о здоровье своего организма. Если лишний вес, либо особенности строения каких-то частей тела мешают вам жизнь и влияют на ваше внутреннее состояние и здоровье, то это нужно менять. Если вам это не мешает жить, и вы здоровый, цветущий человек, то, конечно, в этом есть бодипозитив. Обратите внимание на ваше отношение к сексу. Часто девушки стесняются и во время секса думают только о себе, как они выглядят, в какой они позе, есть ли складки. Но это ошибка. Важно вовлекаться в эмоциональную связь с партнером. Обращайте внимание, что чувствует ваш партнер. Концентрируйтесь на него тоже. Тем самым вы выстроите здоровые отношения с вашим партнером, и вам станет комфортнее в вашей сексуальной жизни. Важно, чтобы ваш партнер был позитивно настроен, вы ему доверяли и чувствовали себя свободно и комфортно. Близкий человек напрямую влияет на вашу самооценку. Принятие своего тела является важным аспектом в жизни женщины, потому что через него мы чувствуем этот мир. И если вы понимаете, что вам не удается самой справиться с принятием вашего тела, вам некомфортно, вы себя отделяете от него, то здесь вы можете обратиться к психологу для того, чтобы наладить отношения с собой. Наши чувства, эмоции и тело, они взаимосвязаны. И это влияет на ваше внутреннее ощущение, на чувство гармонии и спокойствия в жизни. Поэтому обращайте на это внимание, работайте над самооценкой и любите себя такой, какая вы есть.